Всем привет, сегодня 8 июня, сегодня будет очень-очень насыщенный день, потому что сейчас 12 часов утра, я уже, видите, одет и стою, вызываю лифт. Сейчас мне нужно идти в школу, чтобы получить приложение к моему сертификату с оценками, это нужно для поступления, в прошлый раз я не получил, так что надо получить сейчас. Потом мне надо поехать на Воскресенку, это в другой район, и привезти карточку. А потом я иду на съемки нового выпуска. В общем, возьму с собой, увидимся. Ну что, спустя 20 минут я наконец приехал к школе. Сейчас иду к ней, но вон, видите, впереди. Осталось идти немного. Я, конечно, опаздываю, надо было идти к 12, но я в 12 только вышел, а сейчас уже половина первого. Думаю, что учительница еще не ушла, я смогу получить это приложение. В общем, я вам покажу, когда его получу, надеюсь, что получу. Температура очень жаркая, сейчас, думаю, где-то градусов 32-35. Вот здесь сейчас будет скриншот, сейчас я его сделаю. В общем, вот так вот. Ребята, я получил приложение к сертификату, это с оценками. Общий балл у меня по окончанию школы это 6,9. У моего одноклассника 7,3, а у меня 6,9. Ну, я особо вообще не старался учиться в школе, потому что, в принципе, это мне не особо-то и надо. Вот, когда я пойду в институт, высшее образование получать, там я уже буду стараться. Также мне сегодня дали, какая называется, характеристика со школы. Вот как оно выглядит. Вот и вот. Видите, оценка средняя, это 6,9. Возможно, у вас появился вопрос, почему я стою в кустах. Потому что на улице очень жарко, поэтому я зашел в тенек. Вообще, я жду одноклассника, он сейчас, бывшего одноклассника. Сейчас он выйдет из дома, он сейчас переодевается. И мы вместе пойдем выполнять второе и третье задание. Как я вам сказал сегодня утром, первое задание это было получить приложение к сертификату, я его получил. А сейчас я еду в другой район, чтобы отнести вот этот пакет. А дальше мне нужно пойти на съемки проекта «Что интересно Киев» нового выпуска. Также хочу снять «Мальчик, который говорит». Он мне в этом поможет, поэтому сейчас я его жду, а затем поедем отвозить вот этот синий пакет. Не знаю, вышли эти влоги или нет, но в общем, это уже третий раз, когда я нахожу на этом месте кошечку. Киса. Как же я тебя люблю. Да, вы уже видели то, что мой блог выпускной. Про выпускной. Там была эта киса, я ее гладил. В общем, это она же, но вообще это уже третья моя встреча с ней. Ох. Во второй встрече она ушла от меня, в первой я ушел, потому что у меня времени не было. А сейчас мы не знаем, что будет. Но вообще она хорошая. Мне она прям нравится, она такая пушистая, теплая. Вот это моя единственная кошка. Это уже вторая кошка, которую я встретил за сегодня. Она спала, но я ее разбудил и теперь глажу. Итак, друзья, я только что отнес этот пакет. Видите, я еще в доме. Сейчас буду выходить. И потом я поеду к себе домой, чтобы взять штатив и сценарий. А потом я поеду в лес, чтобы снимать новые выпуски. Пока что все идет по графику, потому что я успеваю сделать все, что я запланировал. Планы немного поменялись, и теперь я иду вот сюда. Я пришел в мафию, сейчас заказал латте и жду, когда его привезут. 8 июня сегодня, и я буду пить кофе. Вот так вот выглядит мое латте. Я забыл снять, когда мне его только принесли, поэтому я уже чуть-чуть отпил, видите, вот не хватает. Я думал, что оно будет горячее, но оно оказалось каким-то таким теплым. В общем, не то, что я ожидал, но я рад, что оно не горячее, потому что горячие напитки никогда не пью, жду, когда они остынут. Здесь есть какая-то штука, сейчас я попробую. Также сахар, но я никогда кофе с сахаром не пью. Потом здесь еще есть какая-то штука, это как комплимент от шефа. Тарелка и еще такие штуки. Приборы, ну в принципе все. Вместе с кофе мне дали вот такую штуку. Она воняет рыбой, а я рыбу не ем, поэтому я слышу запах рыбы, и он мне не очень нравится. Я спросил у официантки, что это такое, она сказала, что это конфета с трюфелем, что она вкусная, ее надо съесть. Смотрите, какую карточку сейчас мы получим от мафии. Это бонусная карта, которая будет предоставлять какую-то скидку. У меня такая карточка есть, а вот у одного человека ее нет, поэтому сейчас я ему оформлю. А сейчас мне нужно снять деньги с карточки Приватбанка. Сейчас я это буду делать. У этого банкомата не было функции снять деньги с карточки. Теперь мне приходится идти в торговый центр, чтобы там снять.
Как я вам и говорил, очень жарко, и градусник показывает 34 градуса. Второй раз пришел в мафию, сейчас играет музыка, поэтому сейчас наложу вторую музыку. Будет очень громко, но чтобы не было авторских прав. Второй раз пришел в мафию, потому что у них с 3 до 6 часов действует скидка. Покупаешь одну пиццу, и еще одна пицца идет в подарок. Поэтому я пришел в это время. Из головы полностью вылетело, что я вам обещал снять пиццу. Ну, в общем, вот так вот она выглядела. Это я съесть не смог, потому что просто не лезет в меня. И я хочу это как-то, чтобы они с тобой упаковали и забрать, потому что я не смогу это съесть. И вот последний пункт моего сегодняшнего плана – это сходить в лес. Сейчас я в него захожу, вот приехал. И сейчас иду вглубь, чтобы найти хорошее место для съемки.